звезда всегда со мной. Моя звезда горит внутри и говорит мне: подожди, постой чуть-чуть, еще немного. Нам предстоит неблизкая дорога. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад приветствовать вас на нашей Грушинской волне. И сегодня наша встреча, она вообще совершенно необыкновенная. Все знают, что Грушинский фестиваль – это место, где собираются яркие, талантливые, отважные люди. Но вот людей, которые прошли такие пути, такие испытания, вообще в мире можно сосчитать по пальцам. Вот такой человек сидит сейчас рядом со мной, Артур Чубаркин. Я даже не знаю, у него масса каких-то званий, должностей, почетных там всяких. Я уже запутался вот читать вот твою биографию. Чего? Ну, мне приятно то, что он, во-первых, он умный человек, он кандидат наук, он врач. И вот я вообще не знаю, вот может ли что живое вот уцелеть в такой кошмарной обстановке, где как было на Северноморском, в походе на Северный полюс. Ну ладно, это другой вопрос. Он заслуженный путешественник, за его спиной и Саяны, и Тянь-Шань, и Полярный Урал, и Памир, и Таймыр, и Сихотэ-Алинь, Антарские острова, Чукотка, Кольский полуостров. Но вот у каждого человека в жизни бывает какой-то вот такой момент, самый яркий, вот вершина свершений. Вот такой вершиной является его экспедиция на Северный полюс. И вот сегодня мы имеем с вами счастливую возможность прикоснуться к этой экспедиции, посмотреть, как все это было, послушать, так сказать, из первых уст, что такое прийти на собаках на Северный полюс. 2 месяца шли. Да, 58 дней непосредственно на маршруте. Этому предшествовало 5 лет подготовки. 5 лет. Тренировочные пробеги у нас были 2 раза по Чукотке, 2 раза по Таймыру. И самый простой, самый первый пробег Москва-Петербург по маршруту, которым шел Петр I. На собаках, да. Зимой, конечно, по рекам. Вот. Смотрите, какие они красавицы. Ну и когда меня спрашивают, что самое запоминающееся во всех этих экспедициях, да, это, да, естественно, это собаки. Собаки, это, ну, благодаря им, я считаю, ну, во второй степени нам с Георгием Карпенко удалось вот дойти до Северного полюса. Это была первая попытка, автономное достижение. Ну, вообще, редко когда что на севере получается с первого раза. Ведь вас же никто не страховал, с вертолетов ничего не сбрасывали там. Да, с вертолетов не сбрасывали, но мы всегда знали, что если что-то случится, то нас курировал Институт Арктики и Антарктики Виктор Боярский, известный путешественник, который пересекал Антарктиду на собаках, правда, не автономно. Но вот. Ну а что бы они сделали? Я вот посмотрел этот фильм, вот, ну и вот не дайте бог, вот что бы случилось, и что он там сделал в Санкт-Петербурге? Ну это же, русские люди, это советские люди, я бы сказал. И они бы вылезли бы из кожи, но нас бы вытащили, конечно. У меня есть чем сравнить, потому что в 98-99 году была экспедиция в Антарктиду. Мы своим ходом на яхте «Уране-2» из Петербурга дошли до Антарктиды. А сколько времени шли, интересно? Ну, это где-то... Вот я лично на маршруте был около 6 месяцев. Там получилось, что залетал, яхта пришла
Мы ее готовили, были тренировочные выходы вокруг Скандинавии, но она пришла в Бразилию в 98-м декабре. Я туда прилетел, и вот полгода уже мой кусочек Южная Америка, Антарктида, море Вильсгаузена, Лазарева, 6 полярных станций. Это было тоже первое достижение Антарктиды под парусами после открытия Антарктиды Вильсгаузеном и Лазаревым. Вот. До вас никто. Ну, просто почему-то никому не приходила в голову идея повторить маршрут наших первопроходцев. Вот. И вот уже когда мы возвращались назад, я почему сравнил, потому что вот там ужас происходящего, это действительно доставало очень сильно, потому что в океане... Мы там были одни. Здесь я четко знал, что там раз в 4 дня я выйду на связь, сообщу свои координаты. У нас GPS, у нас опыт 5 лет тренировок. Мы знали, как себя вести в любой ситуации. 18 экспедиций непосредственно в виде дневниковых записей мы изучили, начиная с первопроходца. То есть там было тяжело, но вот страшно было нечасто по сравнению с Антарктидой, где вот ты там предоставлен стихии. И когда я вот в Антарктиду уезжал, да, то с женой мы прощались, можно сказать, навсегда. То есть, ну, на всякий случай. Так громко звучит, но вот на всякий случай мы именно так прощали. Да. Ну, а собаки, это, конечно, отдушина. Когда нам говорят, вас было двое, я смеюсь, говорю, как же двое, значит, нас было. Ты их уже считал своими друзьями. Конечно, это друзья. Да. Это, если мы там с Георгием где-то еще и там цапались, да, то с собаками это любовь, это тепло. Артур, а вот собаки, как ты считаешь, они же умные собаки, все понимают. Они не обиделись на вас, что вы вот их повлакли в такую кошмарную историю. Сидели бы они себе дома там на Чукотке. А? Ну, собаки были чукотские, да, да. А чукчи, то есть мы у них, когда были в гостях, ну, первая экспедиция вокруг Чукотского полуострова, она как раз ставила задачу изучить повадки собак, выбрать себе вот надежных спутников. И сами суровые условия существования собак, они привели к тому, что лучшего друга у чукчи, чем собака, там нет. Не бывает, да. Да, потому что очень такой мощный естественный отбор. Там очень жесткие отношения с природой. И чукчи нас как бы настраивали, что не заласкивайте собак, потому что собака должна знать, что ты вожак. Что даже не вожак упряжки, а вот именно ты вожак, человек. Ну, они знали, понимали. Да, да, да. Естественно, что громадная благодарность нашим каюрам, это Костя Эттене, Дима Нутыдгивев, это каюры из чукотского поселка Нешкан, побережье Северного Ледовитого океана. Именно благодаря им мы освоили вот этот опыт. Хотя я родился и вырос на Чукотке, отец у меня полярный летчик. И мой дом был самый крайний в поселке. Дальше начинался дальше тундра, да. То есть, видишь, все не случайно. Да, я вот мог просто... Вот, дальше сопка была, любимое место. Я залазил на эту сопку, одевшись в тепло, там, в торбосах чукотских, да, мог лежать там часами, ну, тепло, вот лежишь, и вот через тебя переметает пургой снег, перед тобой поселок, дальше залив. И тебе хорошо, наверное. Да, мне очень хорошо. Артур, а вот поэтому, знаешь, когда да. ты говоришь, что как же так, там стресс такой вот. Я шел на Северный полюс, это была попытка вернуться там в детство, в юность. И вот если сравнивать
тяжесть экспедиции вот для Георгия и для меня, то для Георгия, да, это были суровые испытания, и когда мы останавливались... Он на Чукотке не родился. Нет, нет. Вот, говорю, когда мы останавливались и ставили палатку, он старался спрятаться в палатку, и там чувствовался уютно. А я говорил: Гер, дай мне вот тут просто походить, потому что уже как бы работа закончилась, и мне хочется вот там просто там посмотреть, подышать, повдыхать этот морозный воздух, там что-то повозиться, что-то подлатать, там Артур, собак вот покормить. Знаешь, вот у меня такой вопрос. Вот когда мы вот в своих походах там оказывались где-нибудь там, допустим, на Камчатке или там в Арктике, я прекрасно понимал, что тут живут особые люди. Очень добрые, очень отзывчивые. Вот у них нет этого синдрома вот жителей большого города, где каждый друг друга в упор не видит, пожалуй. Когда вот идешь по улице, идет какой-то человек, да бог бы с ним, да. А тут вот все как-то относятся друг к другу совершенно по-другому. Вот тебе же это помогло в походе, тебя же сформировало как вообще человек-то. Ну, оттуда, я считаю, что да? Я там сформировался, да, и вот это давало возможность чувствовать